Хочется прославить Господа. Когда мы ехали в Азербайджан на машине, мы увидели прекрасные горы, могущественные горы, где-то покрытые снегом, где-то растениями, а небо было низко, и хотелось даже потрогать эти облака рукою. И так хочется прославить. И каждый день, я думаю, и вы открываете окно, вы слышите пение птиц и радуетесь. Идете, смотрите, подходите к церкви, тут такая прекрасная территория, цветы высажены. И хочется славить Бога. И так немощный мой язык, и мне так хочется прославить Господа. Я слышу музыку далекую небес. Она слышна в гармонии творения. О, сколько на земле божественных чудес! Приводит душу чувство восхищения. Безгранность мира и любовь сердец, и гор могучих поднятые пики, все говорит о том, что есть Творец в своей непостижимости великой. И пение птиц, и на полях роса, и шум ветров, и тихие рассветы, и детская невинная слеза, и ранние молитвы, и обеты, сырая мгла и холод снежных бурь, тепло весны и радость в хлебе сущем, и лунный свет, и чистая лазурь все проповедует, и все проповедует о Боге, о нашем Боге всемогущем. Над ширью рек и красотой лесов восходит солнце в синем море неги, и я пишу стихи Создателю Творец из глубины души отныне и вовеки. Аминь.